Так, сколько вообще времени, муж? 5 часов скоро будет. Юрич, да. Как ты после женских посиделок? Да я привыкший. Ни одни бабы, да? Сколько у тебя женщин? 4000. Ты не разрешаешь матом ругаться. И не разрешая. 4000. Команда, кстати, в основном женская. Но и мальчикам тоже место находится. Мальчики да, тоже. Кстати, я радуюсь каждому новому мальчику. С ним пивка попить можно. А то с вами бабами, да, все, да, работе. Как эти ведьмы какие-то, блин. Работающие, да? А, так, мы сейчас выезжаем в сторону гостиницы, да, Дим? Да. В 8 часов мы едем в ресторан «Ели-Пели». Это уже не встречаться, а отдыхать с командой. Тоже надо. Вот. Кстати, мне очень понравился вот этот мансарда. Вкусненько покормили. Юрич, не знаю, что ел. Дим, как карбонарка? На хорошую четверку, кстати. Кто приблизительно... Шарит в карбонаре? Да. Не, ну не то, что карбонаре шарит. Кто хочет вкусно карбонару покушать, вполне можно зайти в кафе. Или как она, веранда? Кафешка, да, мансарда, да? Мансарда или нет? Называется как мансарда? Я это не запомнил название, просто мансарда. Ну, кто местный, поймут, да. Но единственное, по весу там около 200 грамм, что ли, ну что-то маловато. Порция небольшая. Обычно карбонарка надо грамм на 300 идет. То есть, знаешь, вот чуть-чуть не хватило. Да, ну, соответственно, пармезан не тот, лапша чуть переварена. Лапша не та, пармезан не тот. Ну, это поэтому четверка-то. Бекон тот? А, подача правильная. Угу. А, соус, да. Тебе, кстати, в отеле карбонара не понравилось, да, подача? Ну, в отеле похуже. Вот в мансарде получше карбонарка. Если бы они сделали бы альденте с фетучини. Собака, хороший хач. И правильный пармезан, сыр. Это была пятерка. Да, вот это было. Ой, а я сейчас покажу, где мы были, да? Мы вот здесь вот ставили машину возле здания МФЦ. И рядом с МФЦ, да, мансарда называется. На 5-м этаже мы были вот в этом не ярко-рыженьком, а вот рыже-сером. Сейчас мы, получается, по центру, да, с тобой едем. Мы сейчас возвращаемся тоже дорогу, я так понимаю, как и ехали сюда. Да. Жопель он поехал. Такой, как у тебя? Ну, беленький. Мы сейчас едем в отель, переодеваемся. У меня ножки устали. Как раз пока девчонки сидели, шабушем занимались, да, своим. Ты что сделал? Ведьминым. Я смонтировал ролик и выпустил на канал. Первую серию. И там уже подписчик написал, кто из Петрозаводска и хочет с нами встретиться. Я в ответку написал, что сейчас мы едем в гостиницу «Космос», и в 17:00 мы будем на набережной. Ты за 20 минут хочешь успеть? А чего нет? Успеем. Да тут ехать прям 5 минут. Ехать 3 минуты. Да. Ну, а, сейчас в номер пойдем, просто переоденемся и можно даже встретиться. Может даже получится встретиться, вот так скажу. Вот. Я тогда камеру пока не выключаю, мы сейчас проедем. Ну, все хочу... то же самое. Вся... Но я вперед не успела ничего снять. Я камеру, я работала, на срочнике отвечала. Ну, смотри. Прикольно вообще селиться в самом центре города, да? Вот эти мне так здания нравятся старые. Вот что в Мордовии? Вот большой камень прям администрации города Саранска. Разрушили все хорошие, эпичные, советские, не советские, сталинские даже, можно сказать. Нет, эти, наоборот, разные были, и сталинские постройки, исторические были постройки. Чего стоило, я вот прям вот слезами, у нас вот город, каждый раз... У нас город старше Петрозаводска. Каждый раз у меня слезы наворачиваются, что из-за того, что они снесли красивейший детский магазин игрушек, да, детский мир, да. Демкино детство. Да не важно, оно само по себе было очень крепкое здание. Ну, никто со мной не поспорит, если кто помнит это что здание, когда оно стояло. Него поставили бетонку. Да, какую-то бетонку и офисное здание. Зачем? Почему? Там рядом театр, там как раз рядом площадь. Оно очень сильно как бы гармонировало с другими зданиями. Вот смотри, не снесены же старые здания. Да. Очень красиво, все в современности. Вот, тоже с колоннами. Да. Вот, уже примерно похоже было. Вот, Дим, вот эти вот дома, вот сейчас мы будем проезжать, они входят в мировое наследие. Это дома, которые с момента постройки города. Вот видишь, реставрируют. Не, ну потихоньку. Сейчас вот они вот через здание вот реставрировали. Вот недавно, получается, я смотрю, да? Да. Более свеженький такой вот дом. С городоедов очередь дойдет. Кстати, кушали вчера, вот я вам снимала, да, обзорочку. Вот в этом здании, желтом угловом, там как раз, Карельская горница. И ничего не мешает Петрозаводску, чтобы соседствовали исторические здания с современными зданиями. Но ведь, ребят, это же история, зачем от нее отказываться? Имхо, мое мнение, что старые, ухоженные исторические здания, наоборот, городу придает тот шарм, ту историю, да, которой можно соприкоснуться. Что мне интересно от современных зданий? Да, красиво, кубизм, который сейчас процветает, стеклянизм, когда стеклянные дома, да, красиво, но не более. А вот исторические здания, да, история, к которой можно подойти и дотронуться, что они стоят почти век, некоторые здания больше века, где-то здания вообще 2 века уже стоят. Это круто, это круто. Это как ездить на ретро-машине хорошие и отреставрированные, понимаешь? Ну, может, я такой задрот. Ну, я вот так представляю. Полностью. Это живая история, конечно. И мы сами ее рушим. А и как потом, наши дети узнают? Ивана Роства не помнящие. Да. В былые времена знали рост Роство свое до 7-го колена. А сейчас вот, дай бог, мы 3 колена вспомним, дай бог. Родители, бабка, прабабка. Да, все, в лучшем случае. А вот сейчас будут следующее поколение, они... Вот кроме бабки уже про бабку не вспомнит, кто такая, фамилия, имя, отчество, там, кем была, да, и ее небольшая история жизни. Не скажут. Вот сейчас нынешнее поколение молодежи. Ну все, я сам старый стал, короче, я гавкаю-то. Нет, все нормально, логично. Я знаю свой род до реально 3-го колена, а дальше история потерялась полностью, потому что мои бабушки уже не смогли рассказать про своих прабабушек. И спросить не у кого. Все. То есть я знаю родителей, бабушек и прабабушек. Очень красиво. Дима, а ты знаешь, что у них есть название суши-бара? Ну? Еби-йоби. А, я знаю, это сетевая, по-моему. Я где-то в другом городе эту суши... Суши, да. Суши-бар, такие названия где-то уже видал. Там, кстати, это не только интересные названия. Там и сеты так там называется. Там и сеты, да, с йоби на йоби. Там самый популярный сет куни. Да, 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 да. Наслышно. Кстати, очень оригинально, не зря вот смешно. Оно как раз вот и клиенты вызывает на посещение этого заведения. Ну, я и сказал, я хочу сходить. Да, за счет хотя бы названий. Тут вкладываться в безумную рекламу не надо. Даже само себя уже как-то говорит. Круто, молодцы, я поддерживаю. Кто придумал это название из этого? Ой, наш космос, как рядом. Кстати, после завтрака ничего так животики, ни жожечек не было, да? Что-то я не понял, они ездят. Разворачивается. А так можно на красный фотоаппарат? Нет, нельзя. Мы на набережной. Есть табличка. Сходили в гостиницу, переоделись немножечко. Я переоделась, Диме. Принакрасились и сделали личные дела. Теперь мы идем в сторону магазинчиков с сувенирами. Татьяна Павловна ушел уже. Подарок города побратима Тюбингена, Германия, в 1994 году подарили. Что это означает? Я не знаю. Тюбингенское панно. Панно просто. Такое вот. Ну, так тюбингенцы видят подарок города побратиму. Вот. Что-то умно сказано, да? Ой, слушай, нам бы, конечно, вот на ту линию подняться. Там будет очень интересный такой монумент деревянный. Показывать в процентном соотношении, какие леса у Петрозаводска. Сосна, береза, осина. И что-то еще. Там прям в процентах очень красивый такой деревянный памятник. Но вот туда нужно, Дим, на верхнюю часть. Вообще, получается, набережная, она соединена с парком и имеет 1, 2, 3, 4 прогулочных зоны. Покажи это, тренажеры. Я что, все покажу? Ты высказалась? Да. Сегодня из тебя как это льется прям. Надо пробку в сувенирных магазинах купить. Есть там вообще такое? Есть карельская береза. Вот. Теперь я немножко хожу. А то трындит целый день, все с утра не остановишь. Заберите Диму. К большому, очень большому сожалению, вот, блин, не сможем мы все увидеть, вам показать и рассказать. В этом городе, вроде, он небольшой городок, но в нем концентрировано очень много интересных вещей. Например, как социальный тренажерный зал. Так можно назвать, Тань? Как думаешь? Давай покажем. В Петрозаводске есть производитель, он такой мировой, а так он вообще российский, Петрозаводский, который производит профессиональный спорт-инвентарь, да, спортивный зал. Петрозаводский есть прямо в этой, да, прогулочной зоне именно тренажерный зал под открытым небом, куда люди приходят заниматься. Много таких хотя бы. Ну, пузатиков, как мы с тобой? Да, нам к этому только идти. А за короткое нахождение тут у меня организм сходит с ума. Понимаете? Ну, я уже говорил тебе, сейчас повторюсь, я и подписчикам тоже самое скажу. Первое. Белые ночи. Мой организм офигевал. Надеюсь, эту ночь я буду спать уже, знаешь, и не буду каждые 15 минут вставать, смотря в окошко, что уже утро. И второе. Вроде ты находишься якобы как на море, но морем не пахнет. И то все. Все. Эмбибарбл. Показывай, красиво. Ну, мне очень нравится этот завод. Очень длинные, кстати, набережные. Я еще могу сравнить с Анапой. У Анапы примерно по протяженности такая же, может быть, набережная. Я до конца если тут не проходил, но первое ощущение, что они, мне кажется, будут плюс-минус одинаковые по длине. Также есть дорожки для велосипедистов, для пешеходов, все окультурно, все красиво. Я тебе сейчас еще покажу, там есть дерево желаний, которое можно дунуть и загадать желание. Дунуть? А вот это рыбаки, которые закидывают сеть. Сейчас пойдем. Сейчас все покажем. У нас одни впечатления. Мы даже заметили метеоры, хотя мы сегодня вечером в номере смотрели стоимость поездки в Кижи на таком аппарате. Да, но, к сожалению, по времени мы никак в график с графиком корабля не вписываемся. Час вперед, час обратно, 4 часа на Кижах. Это 6 часов, а у нас нет. Это надо специально... Вообще, по уму, я, знаешь, что, Дима, понимаю, что в любой город, в который мы приезжаем... А что, его разворачивается? Он сейчас развернется и сейчас это газу даст, и он это на подводу крылья. Прикольно. И поскочит. А он летит как бы практически над водой, и у него нет такого эффекта качения, как на корабле обычно. А как на самолете на нем. Не дал мне Дмитрий Юрьевич показать вам красивущий театр. Вот Димочка. Идем мы в определенный магазин. У Димы есть такая традиция покупать себе в разных городах. Ну, как в разных городах, когда это такое, знаете, место с историей. Вот когда Республика Карелия. Ножи. У нас есть нож из Дагестана. У нас есть нож из Сибири. У нас есть нож из Узбекистана. Нож у тебя? Пчак. Чак. А теперь мы идем покупать карельский определенный нож. Мы свернули с центральной красивой улицы на не менее красивую параллельную. Когда вы выключите свет? Никогда. Свет у тебя выключен будет в гостинице в виде штор блэкаут. Ну да, мы идем, думаем, что еще все магазины открыты, и очень удивляемся, что они закрыты. Вот организм ощущает где-то часа 4. Ну да, 3-4 такого. Да, солнце еще сверху. Зенитики немножко. Местные жители, как вы привыкаете? И сколько, кстати, кто переехал, сколько вы привыкали к... Не тряси камеру. Я не трясу, я ее несу. К белым ночам. Вот интересно, да? Ну, если с рождения жить, то... Кстати, девочки, с кем сегодня с частью команды встречались, очень удивились, что у нас нет белых ночей. А как это так? А как это у вас нет белых ночей? Вот так. Кстати, вот тоже выход к Онеге, да? И получается там же выход гостиницы. топ. Пока мы в Карелии с командой, у нас уже другая команда, Тюмень и Екатеринбурга, организует следующую встречу. Идем, стоим на светофоре. Дима, вылези из телефона. Я говорю, никак, меня там пинают со всех сторон. Так, ну что, пока интересного здесь, наверное, вряд ли что-то будет, да? Мы поделились эмоцией. Нет, ты говорила, что у тебя мечта, чтобы у тебя была команда в каждом городе. Да. Ты представляешь, ты в Саранске жить не будешь. Ну что, я буду иногда жить. Нет, во всех тех городах, куда я хочу съездить. Хочу команду на Старой Ладоге. Кстати, жители Старой Ладоги, города Волхов, Ленобласти, to the welcome. Создавайтесь. Создавайтесь. Шаманю. Строечки. Ну, кстати, город чистый, да? Да, вполне. Так, вообще классно, птички поют, что-то все так цветет, прям. Мороженку вкусную сожрали. Дайте. Да. Я ела карельскую мороженку, а Дима ел волховскую мороженку. Дим, тебе какая больше понравилась? Ну, оригинальная волховская. Да? Да. Что-то такое среднее между фруктовым льдом и сливочным мороженым. Мы мало едим сладкого, практически не едим, но у нас есть такая традиция. Вручай, дари. Прикольное название. Ну да, кстати, вручай и дари. А у нас есть традиция, в городах, в которых мы не были, мы приезжаем и мы обязательно находим, если есть местная какая-то фабрика, да, с мороженым, покупаем, пробуем. Нравится, сразу скажу, не во всех городах. Ой, а что мы купили? Мы купили шунгит уже. Диминой маме она воду в нем настаивает. Купили элитный шунгит, который хватит на 1,5 года, на 5 литров. А что мы еще купили? Колечко. Я себе купила латунное, мне очень кофта понравилась. И купили такой оберег домашнюю бабусечку. Бабусечку покажу? Мы ответы закроем. Мы как туристические сороки, вот все любим вот покупать. И эта бабулечка у нас пойдет в коллекцию. В папин шкафчик, где все у нас оригинальные штуковины. Даже в этом шкафчике есть некоторые товары из Икеа. Да. Какой красивый. Идем дальше. У нас продолжение. Мы идем с командой на неформальную часть в Ели-Пели. А Дмитрий Юрьевич параллельно помогает, консультирует по-сибирскому, но не совсем. У нас партнер вступает в автопроект, машинку выбирает. Дмитрий Юрьевич у нас технический директор. Да, о, как ты меня смело называешь? Ну, то... Я ж прям это... все технические части в нашей команде и в семье. Я так и так, по сравнению с тобой... Ага, вырос, да? Молодец. Пошли. Короче, мы пошли не в тот вход. Такие вот верандочки. Идем искать вход. Что-то много-много народу. Ну, я думаю, найдем, уж не потеряемся. Доброе утро, Димочка. Утро доброго. Воскресенье. Дима, воскресенье, 5 июня. В Петрозаводске плюс 14. Прошел дождик. Сейчас 9... Ну и сегодня обещают еще подосыпать. Да. 9 часов 11 минут. Мы сейчас выдвигаемся в определенную точку сбора и едем с командой проехаться вообще по городу, да, посмотреть красоты. Не по городу, а по ближайший радиус, ну, 30 километров вокруг, вот, да, как говорит, Золотое кольцо Петрозаводска. Так мы что... извиняемся заранее, если предыдущая нынешняя серия будет немножко скучна, так как наши партнеры, друзья, очень сильно как бы радушно приняли, и нам некогда для вас показать город и так далее, и так далее. У нас каждая минута на счету. Да, все прям очень-очень плотненько, поэтому сегодня мы вам покажем очень много красивого. Мы будем стараться, но у нас нет возможности прям вот с партнерами, так как партнеры немножко стесняются. Мы как да бы... и неудобно с партнерами. Неудобно, ты работаешь, да, общаешься, в этот момент ты хрена камеру достал. Нет. Ну, в принципе, я думаю, мы много показали. Сам город интересный, в городе есть что посмотреть. А, кстати, вот особенность, да, я как всегда замечаю, когда приезжаю, Не знаю, как это происходит. Может, все разъезжаются из-за того, что сейчас лето, по дачным участкам. Но в субботу, воскресенье вообще город разгружен в виде транспорта. Вообще машин одни мало, туристы. Да. У нас такого нет в средней полосе. У нас всегда машины круглосуточно куда-то едут. Вот смотри, местное телевидение, да, ВРК? Возможно. И мне это очень нравится, что люди, ну, получается... Уезжают за город. Заезжают, да, уезжают за город, отдыхают и так далее. А хотя нет, что-то железная дорога. Короче, непонятно, где мы, что классно, мы... Классно. Должен город отдыхать. От людей. Ну, хотя бы, да. И люди от города. Это правильно. Ну, конечно, озеро такое красивое, чё бы не съездить, комаров покормить. Все, я все сказал. Все? Ну все, теперь включимся уже либо в дороге, либо когда приедем на красивые места. Все. А квадрокоптер будет в том случае, если не будет дождичек. Ну да, в дождик летать не стоит. Нельзя. Поэтому будем надеяться, что дождика не будет, а мы вам покажем с птичьего полета все красоты Карельского края. Ну, не все. А край или кто? Кстати, республика. Республика Карелия. Потому что у нас 13 регионов. Я не гуглил. Нет, у нас 13 регионов, у них 10 регион. Плюс, когда мы уезжали, там стояла табличка Республика Карелия. Ну все, отключаемся, а то опять на 3 минуты болтаем. Трандим и трандим. Ага, как сороки. Так, у нас первое место остановки. Куда привезли, непонятно. Судя по всему, пойдем мы сейчас прям по лесу, да? Нас куда привезли? Мы приехали в долину Зайца. Где Зайцы? Зайцы, сейчас вот туда вернемся. Тут нету. Вся наша группа в полосатых купальниках. Вы в Ютубе. Да, круто, привет! Маруська, привет! Это все Таня. Ладно, пошли. Заходите, выбираете, какого зайца вы хотите, оплачиваете, и его увековечивают под определенным номером, то есть вам выдают там сертификат, они дают, и этого зайца вы здесь на скале выбирают, и вы сохраняете память. И здесь очень много их, можно пройти, посмотреть, выбрать любой вариант. А когда гора закончится, где будут набивать? Ну, тут еще мест много. С другой стороны есть еще одна скала. А где номер у зайца? А вот подойдешь поближе, там прям видно. Чей это заяц, да? У каждого зайца есть. Да, он не все пронумерованы. Он 31-й, 32-й, 35-й. 37-й заяц. Там есть еще зайцы от птицы, тиктайма, еще какие-то зайцы. От компании, да? Пошли посмотрим. Да, видно, зайцы не были. Я хочу смотреть, как увеличилось. Пошли искать зайца в виде черепа, был заяц. А как обычно выглядит прогулка большой группы? Дмитрий Юрьевич снимает. Я снимаю тоже. Кто в телефонах, кто просто смотрит. Тем, кто просто смотрит, я завидую больше, потому что глазами ты напитываешься больше, нежели ты идешь вот так и снимаешь. Вы слышали, Оля рассказывала, да, что этих зайцев делают под заказ условно. То есть вы выбираете зайца. Кстати, можно даже, не будучи в Петрозаводске, выбрать зайца, заказать его, и будет отметка «Здесь был Вася». У нас там чудо летает. Птеродактиль.